Просмотр кино – один из общедоступных способов отвлечься на какое-то время от ежедневных проблем, погрузиться в другой мир. И сейчас и вовсе это отличный способ спрятаться от пасмурной погоды. А психологи утверждают, что просмотр фильмов снижает уровень стресса и беспокойства. Но какое кино лучше сходить и какой кинотеатр станет идеальным местом для просмотра? Об этом расскажет наш корреспондент. То ветер, то град, то дождь, погода в Твери совсем не радует жителей. Именно поэтому предлагаем вам отвлечься полностью от серых будней и поднять себе настроение вместе с киноконцертным залом «Панорама». В фойе расположен уютный кинобар с широким перечнем напитков и закусок. Большой экран, мощный звук и удобное место расположения в самом центре Твери – это все про киноконцертный зал «Панорама». Кресла в зале расположены просторно и очень удобно. Именно поэтому при просмотре фильмов вы будете чувствовать себя так же уютно, как и дома. Любителям посмеяться от души предлагаем сходить на фильм «Мой папа вождь», возрастная категория 6+. Капитана дальнего плавания Петрова 10 лет все считали без вести пропавшим героем, но он вернулся африканским вождем. Жизнь на острове с аборигенами не прошла бесследно. Теперь он ходит по городу с копьем наперевес и охотится прямо на глазах у изумленных граждан. Он не признает правила современной цивилизации, только закон джунглей. Но как наладить отношения с женой и сыном, если они совсем на другой волне? Ответ на этот вопрос вы найдете в кино. Еще одна комедия, которая вас обрадует и точно заставит улыбнуться. «Приплыли». Возрастная категория 18+. Незадачливый романтик Паша мечтает сделать предложение своей девушке, разыграв на яхте сцену с «Титаника». Однако у отца Паши совсем другие планы. Яхта нужна ему, чтобы провернуть одну не очень законную операцию. В итоге морская прогулка оборачивается чередой просто безумных событий, в которых запланированное кораблекрушение будет далеко не самой большой проблемой. С детьми же можно сходить на мультфильм «Крутые яйца 2». Возрастная категория 6+. Отважный петух Тото вернулся. Но в этот раз он будет не один, а со своими птенцами. Тото и его друзья должны спасти своих птенцов, которых забрали на гурманское мероприятие в Африку. А те, кто предпочитает более серьезные и захватывающие фильмы, то следующий триллер идеально подходит под описание. «Своя война. Шторм в пустыне». Возрастное ограничение 12+. Фильм повествует нам о том, как война не может отпустить героя Ивана, который давно вернулся с военных действий. Он продолжает жить в страшном времени прошлого. Это уже стоило ему отношения с женой, а теперь может стоить и жизни. Иван отправляется в Сирию под видом иностранного военного корреспондента по имени Джон. Кстати, молодежь 14 до 22 лет по программе «Пушкинская карта» может сходить на этот фильм абсолютно бесплатно. А на сайте киноконцертного зала «Панорама» вы можете познакомиться с киноновинками и приобрести билеты онлайн. Приятного просмотра!